Мед, фрукты и овощи, мясо, сыры, масло и все по низким ценам. В основном на прилавках товары собственного производства. Торгово-производственный комплекс Алтайского края совместно с администрацией Ленинского района провел ярмарку, посвященную Дню торговли. Несколько сотен покупателей ушли не только с покупками, но и с ценными подарками. Сегодня у нас первая ярмарка после долгого перерыва. Практически 5 лет мы ее не проводили. Надеюсь, что эта ярмарка послужит отправной точкой для нового этапа развития нашего торгово-производственного комплекса. Хотелось бы, чтобы сегодня, наверное, все работники, все посетители могли подойти и уже, наверное, получить то эстетическое удовольствие, да, не только купив продукцию, но и наблюдая за нашими артистами. В следующий раз работники рынка организуют школьную ярмарку. Покупатели ждут доступные цены и широкий ассортимент. Рынок работает с 9 утра и до 5 вечера.